В Звенигороде в рамках губернаторской программы стартовали работы по благоустройству и установке новой детской игровой площадки, которая будет расположена по адресу Дом отдыха Поречье, дом 7. Площадь игрового комплекса составит 400 квадратных метров. На данный момент активно ведутся работы по благоустройству территории, монтируется покрытие и элементы игровых конструкций. Буквально через считанные дни в Звенигороде появится новая игровая площадка, концепция которой – транспорт.